Сейчас. Иду, тихонько. Давайте. Заходите, гости дорогие. Оля! С днём рождения тебя! Цветами, песнями и добрыми пожеланиями. Так решили удивить соседи и актив микрорайона Ольгу Коновалову в день рождения. Сегодня ей исполнилось 49 лет. Подарки Ольга не получала давно. Впервые за 19 лет она принимает у себя гостей. Мы тебя от чистого сердца поздравляем и благодарим, Оля, за то, что ты свою квартиру после капитального этого ремонта содержишь в чистоте и порядке. А навести этот порядок и устроить настоящий праздник помогли именно соседи. Ольга Коновалова, инвалид второй группы с детства. После смерти матери она осталась одна, впала в депрессию, замкнулась в себе. Перестала убираться дома, мыть посуду, выкидывать мусор. Но соседи не отвернулись от чужой беды. Выбросили весь хлам и сделали косметический ремонт. Порядок в доме теперь хозяйка старается поддерживать и безумно счастлива, что к ней сегодня пришли ее новые друзья. Вы сегодня пришли, чтобы меня всех поздравить. Я всем благодарна, особенно Эльсиаре Вакифовне, Галюсея Абзаловне благодарна. Всем, кто мне помог, организовал этот праздник. У меня такого никогда не было. Это первый раз вообще. На глазах слезы, но это проявление счастья. Мечта Ольги сбылась. Рядом друзья, стол ломится от угощения. Настроение такое, что петь хочется. Колодец, колодец. Дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, новости НТР.